Сегодня старшеклассники, студенты и выпускники прошлых лет написали сочинение к единому госэкзамену. С этого года сочинение станет обязательной частью ЕГЭ, и без положительных результатов данной проверки в будущем году к ЕГЭ не допустят. Тема работы огласили ровно за 15 минут до начала экзамена. На выбор было предложено 5 тем. Во время проверки знаний разрешено пользоваться орфографическим словарем. Оценивать будут не грамотность, а зрелость проверяемого. Есть 5 критериев, по которым будут оценивать работы. Это соответствие теме, аргументация, привлечение литературного материала, композиция, логика рассуждения и грамотность. В своей работе разрешено опираться не только на классику, но и на современные произведения. За сочинение можно получить зачет, либо не зачет. Рекомендуемое количество слов – 350. На всю работу отводится 3 часа 55 минут. 11-классники пишут сочинения у себя в школах, студенты в учебных заведениях, выпускники прошлых лет в Центре развития образования. Тот, кто за сочинение получит не зачет, сможет переписать его 4 февраля и 6 мая. Если у вас возникли вопросы, на них готовы ответить специалисты Управления образования по Ненецкому округу. Телефоны 432-74, 430-39.